Продолжается благоустройство общественного пространства вблизи дома 12 по улице Текстильщиков в поселке Фряново. Проект осуществляется в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Уже появился сквер со сценой для концертов, зоны для тихого и активного отдыха горожан и спортивные площадки для детей. Также жители предложили создать в сквере аллею с хвойными деревьями, а администрация округа поддержала и реализовала эту идею совместно с Комитетом лесного хозяйства Московской области. Представители администрации округа вместе с жителями высадили 20 деревьев из питомника. Участие в акции принял депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. У нас 16 было лесных участков, где сажали именно посадочный материал лесной, это ель и сосна, и более 290 площадок муниципальных. Это там, где можно было освежить скверы, аллеи, дворовые территории. Эта акция в Московской области продолжалась до 1 октября. Сегодня мы ее завершаем. И в городском округе Щелково мы приняли решение рядом с этим замечательным парком, который уже практически готов во Фряново, вместе с новым составом, избранным Советом депутатов, сделать это доброе дело. Посадить аллею дубов и посадить аллею сосен. Анна Наприенко, Владислав Реус, Щелковское телевидение.